Всем привет! Сегодня варю свой любимый дежурный супчик, который готовлю, наверное, чаще всего, с фрикадельками. У меня здесь фарша 150 грамм, пол луковицы, одна морковь, яйцо, картофель один крупный, макароны и немного зелени. Зажарку я делать не буду, просто нарезаю лук, морковь. И будем сейчас отправлять это все в кастрюлю. А какой у вас любимый супчик? Напишите мне в комментариях. Мне интересно будет почитать. Вода начинает закипать. Добавляем немного соли. Высыпаю морковку с луком. И теперь выкладываем фрикадельки. Варим минут 5 и теперь добавляем картофель. И минут через 5 добавляем наши макарошки, любые. Конечно, можно, кто любит, сделать зажарку для этого супа, но мне очень нравится именно этот вариант без зажарки. Получается очень легкий. Добавляем перчик, любимые ваши приправы. У меня здесь тимьян, майоран, орегано, петрушка, базилик. Для супа хорошо. Можно добавить лавровый лист, но у меня сейчас его нет. Поэтому варим так. За пару минут добавляем до готовности яйцо. В конце добавляем зелень. И я добавлю немножко масла. У меня был фарш не очень жирный. И наш супчик уже готов. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем пока!